Там же в Нерюнгри состоялось совещание Егора Борисова совместно с Сергеем Степашиным и Константином Цицыным. Открывая совещание, Егор Борисов отметил, что по итогам последнего осмотра и принятых решений по активизации процесса можно сказать, что Якутия успевает завершить расселение в срок. Учитывая слова президента России о необходимости успеть срок без ущерба для качества строительства, вместе с тем глава Якутии сообщил, что финансирование для строительства объектов по переселению будет усилено и дано соответствующее поручение Министерству финансов Якутии. Председатель наблюдательного совета Фонд содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин отметил, что Якутия – один из немногих субъектов, которые включили в программу максимальную реальную площадь аварийного жилфонда. Рассматривая разные аспекты реализации программы в Якутии, Сергей Степашин в первую очередь отметил высокую стоимость квадратного метра жилья и, соответственно, высокую нагрузку на республиканский бюджет.